И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Ark Survival Evolved, все так же на Генезисе. Как вы, наверное, заметили, я продолжаю с того же самого места, потому что я продолжаю с того же самого места, я даже не двигался. Только файлы перекинул с места на место на компьютере, и все. Да, о, так же все осталось. Кстати, что здесь, это на кого седло? Трицератопса. Мегалозавр. Ну, это гача, понятное дело. Это говно. Короче, погнали на сплав. Сплав. Ну, команды нет. Команды я не смогу. О, я смогу запустить. Ладно, фиг с ним. Это в конце глянем. Я думаю, но он не запустится, потому что там, типа, это... Типа, только команды. Наверное. Ну, в любом случае, я думаю, это будет одно и то же. Погнали на гамму. Я на каное не катался ни разу. Вот, посмотрим, что там, как там вообще в целом с этим делом. Разберемся по ходу. Вот. Ну, я думаю, это просто будет типа по точкам прогорцевать, да? Так, и где я нахожусь? О, как я где нахожусь? Етишки-то пассатишки. Ё-моё. Ё-моё. Так, ну шифтовать здесь явно у меня не получится. И здесь, я думаю, самая главная проблема будет, это здоровье каноэ. И мне дают 10 минут. Короче, ногами лучше, по ходу дела, ускорялки не брать. Я просто разобьюсь чем собачим. Давай, давай, давай. На нафиг. Чтоб не выпендривался. Вау. Какая эпическая музыка. Под такую эпическую гонку. На нафиг. Чтоб не выпендривалось. Ну, это я с коллегой говорю. Чё стоит он тут? На тебе жопы! А, не зацепился. Зато на тебе носом. А что-то хпшка-то все еще это. Ну-ка, давай ускоримся. А, 2 из 6. А, вот это сейчас будет жопа. На тебе, собака. Вот что-то хпшки у каноэ начали тратиться. Опа, а жопка-то и не зацепился. Так, что-нибудь здесь могу кликать? Ускорение нет. Это не работает, это не работает. Нет, ничего, просто лево-право и все. Ну и вперед жать. Ну, ё-моё. Вот ненавижу такие моменты. На тебе, собака. Суть в чем сейчас получилось, я нажал влево, почему меня там так занесло, я нажал влево, и меня подлагало в этот момент, ну и типа игра посчитала, что я все это время сжал вот кнопку, а я не жал, я просто кликнул один раз и все, вот как сейчас, не, сейчас она не посчитала, да. Очень динамичная, короче, гонка, не, когда вас тут 5 человек, это динамичная гонка. Тут, камон, оспаривать такое вообще нет смысла. Типа, ты когда соревнуешься и так далее, это прям клево. Вот в плане для людей, то есть для серверов и так далее, это очень даже, как по мне, норм тема. Типа, посоревноваться и так далее. Не что-то там люди придумывают, типа, гонки на диносах и так далее. А вот, вот тебе дают, ты... Соревнуешься, то есть у тебя есть определенное поле, ты соревнуешься на этом самом поле. То есть прям кайф. Но в одного это, ну прям ты такой, ну окей. Ну, ты чё? Я ж нажал эмочку. Кстати, а если взять это? А, прикинь, он реально ничего не делает. Офигеть! А я думал, мне показалось. Нет, он берет карту, то есть если в руки заняты, то он ничего не делает, он не гребет. Офигеть!
Не, ну вот в плане, вот в этом плане разрабам, конечно, респект. О, так оно и хиляется еще. Ну, ёшкин кот. Я думал, там типа количество ХП вот сейчас как на тебе бортанул. Так, куда отлив-то идет? Слышь, какой нафиг отлив? Давай прилив. Не, ну здесь, короче, прям что-то вообще какое-то. Прям что-то какое-то вообще непонятное. Ну, каноэ прикольно. Вот каноэ прикольно сделано, конечно. Вот сам факт того, как вот это реализовано. То есть ты вот так берешь в руку карты, и все. Ты неуправляемый. Ни вперед, ни вбок, ни лево-право, ничего сделать не можешь. Красава. Очень продумано. Прям вот. Похлопаю, пока могу дальше плыть. По инерции. Саданул ты как. Ща каноэ разломаю и гамму не пройду. Вот это будет прикол. Да не, я пройду, конечно, гамму. Чушь, гамму-то не пройти. Вот с альфы будет проблема, потому что там явно не 10 минут дадут. Дадут минут 5, и вот как хочешь, так и проходи. Ну ладно, даже если в 5 минут дадут, это и то уже хоть как-то будет. Ну, вот смотри, 5,5 минут, учитывая, что это. О, у меня каноэ голодно. Ты смотри, у меня в правом верхнем углу каноэ голодное. Оно кушать хочет. Тупость. Увидел иконку, докопался до иконки. Я пойду по спокойному пути. Хотя дебильно этот спокойный путь, оплывать приходится. По ускоренному пути мало того, что было бы быстрее, так еще и оплывать будто кругалем бы не пришлось. На нафиг, чтоб не выпендривалась долбанная скала. На и тебе, чертов берег, стоишь ты здесь, там, где не нужно. Хочу хоть как-то оправдать свою тупость в управлении каноэ. Вот это я понимаю. А, это у меня этот сидит. Раптор же там сидит. Ой. Не, ну клево. Клево. Мне каноэ понравилось, то есть как вот способ передвижения, это прикольно. Ну собака неудобно. Как же она тяжело управляема, ё-моё. Прям очень тяжело управляема. Дают, понятное дело, фигню. Давай попробуем даже вот сразу же это командную. А прикинь, она запустится. Я такой, оп, сейчас командную в соляного пройду. Ну вот просто давай проверим. Не, может реально сейчас запустится. Ты прикинь, она запустилась. То есть суть то же самое, только это. Ну только здесь не на время, по ходу дела, да? А, нет, тоже на время, только время дает 2 раза больше. Так, ну окей, давай попробуем пройти. Ой, у меня каноэ зеленым отображается. Ладно. Ну, как я понял, речка будет все то же самое. Ну, это, кстати, первая командная миссия, которую я могу запустить. И сижу я вот впереди. И, типа, как я понимаю, у каноэ, типа, чем больше гребцов, тем быстрее она едет. Ну, по идее, чисто из логики, если бы они уж продумали, что карту открыл, и типа ты не гребешь, то я думаю, это-то они точно продумали, что типа если в 5 весел, то вот 5 весел, господи, 3 весла, то быстрее гребет. Потому что по ощущениям он как будто бы медленнее плывет. Но это всего лишь мои сугубо личные ощущения. Ладно, доплывем до финиша, посмотрим, что будет. Мне очень нравится, как сделана анимация, что вот он гребет. То есть вот он хоп, аккуратно перебрал. Он хоп, обратно. То есть вот прям это очень прикольно сделано. То есть вот в этом плане, конечно, к разрабам претензий нету. Вот прям вообще красава. Претензии к тому, как они в целом. Хотя у меня больше печет от того, как они анонсировали Арк 2. Это будет игра в стиле Dark Souls. Ну, то есть, как бы. Да. Ладно. Замолкаем и идем к финишу. А то сейчас понесет меня под носом.
нелицеприятного характера. В целом, если не считать того, что ты плывешь 7,5 минут, кстати, походу дал не только по ощущениям медленнее. Так вот, если не считать, что плывешь 7,5 минут, и тебя при этом клонит в сон, то все нормально. Я прям уже просто, то есть это прям очень медитативная миссия. Ну, призы я получил. О, да. Современный костюм для каноэ. Кайф. Ага. Ну, конечно, 28 каменных труб — это прям огонь и супер. А, тут еще и за каждый дает тег каноэ. Каноэ 9 века, каноэ 20 века. Прикольно. Интересно, а это мне скин, он всегда останется у меня и будет выдаваться на старте или же нет? Но в любом случае... О, растение на вашей грядке созревает быстрее. Хо-хо, у меня как раз есть грядки. Ладно, но в любом случае, бляха-муха, надеюсь, не уснул. Погнали на бету. Кстати, по времени дали 6.50. Это неплохо. Вот, это во-первых. Во-вторых, еще бы вот так не застревать в воздухе, вообще был бы огонь. Не, ну ты посмотри, ну просто в воздухе застрял. Ты прикалываешься, игра? Просто в воздухе застрял. И, кстати, да, я посмотрел по времени. У гаммы было что-то 300 с лишним минут, то есть, ну, вот такого-то. А этот командный был 400, то есть почти 500 секунд. То есть там почти 400, там почти 500, то есть, да, реально по времени было медленнее. Хотя проходил этап точно так же. Ну и вот и сейчас я плыву, я прям ощущаю, насколько разница. То есть он прям быстрее плывет. То есть в соло он плывет быстрее, и это понятное дело. Все-таки, как я и сказал, что как вариант это продумано, что типа количество игроков, от этого зависит то, насколько каноэ быстрее или медленнее плывет. Или же идет по воде, кому как удобнее и приятно слышать. Приятнее слышать. Ну нафиг. Вот. Единственное, что вот еще хочу заметить. На бетке хпха улетает прям сильно. Хпха улетает. Тоже стоит это учитывать. Ну, посмотрите, сколько у меня уже хпшки. И прям так не кисло. Ударился серьезно только один раз. Единственное, что не заметил, когда я там застрял в воздухе, это хп отнималось или нет. Вот что единственное не заметил. Да уж. Ну, посмотрим, что вообще будет. Даже не зацепил. Ладно. Ближе к финишу или по лому каноэ. Посмотрим, что у нас будет по времени. На нафиг. И так далее. Да. Он даже не отобразился, что он поломался, но он уже поломался. Очень сильно ломается. И это прям сильно бесит, я бы даже так сказал. То есть там есть такие моменты, в которых ты понимаешь, что что-то по-другому-то и не получается никак. Да. Ну попробуем еще. Иногда... Застрял. Так как не вовремя. Иногда очень полезно отпустить газ и просто плыть. Немножечко по течению. Ай-яй-яй-яй-яй. Тихо. Чуть-чуть осталось. А, нет. Вот этот последний отрезок, это самый ужасный. Здесь прям очень тяжело проплыть. Здесь прям вообще лучше не торопиться. Я-то в некоторых местах даже жопой проплывал, только чтобы не зацепиться.
Фух, есть шансы на то, что я пройду бетку, но альфа я, походу, дела все-таки не пройду, потому что, ну, прям очень тяжело. Это прям очень тяжело. Да, вот сейчас тоже такая дилемма. Ускориться, не ускориться. Ага, ускорился бы, я бы точно бы врезался. Отлично. И, кстати, вот, посмотрите, вот это вверху, вот эта вот сетка, как она дергается. Я тут врезался как-то из-за нее. Я просто сейчас не дергаю даже камеру. Ну, там и так видно, как она дергается. Какого фига? Ах, ты что ж. Вот, кстати, вот когда вот так чуть-чуть цепляешься, это нормально. А вот когда с разгону, это плохо. То есть здесь еще и силы врезания. Ой, да ладно. Чуть-чуть секунды. Давай. Давай. Пошел сюда. 5 секунд. Да серьезно, я не пройду. Ах ты ж, черт побери, ну там чуть-чуть не хватило. Ну вот эта концовка, это просто ужасно. Она прям заставляет тебя сжать просто вот так вот назад, ты жмешь и такой, а, нет, как вот это вырулить? Ну то есть прям очень тяжело. Прям вот концовка, когда ты вот так вот эти камни все обруливаешь, это прям отвратительно. Да какого фига? Ты посмотри, она везде так дергается. Слушайте, это когда-нибудь так было? Я этого не помню. Она чертовски отвлекает. Ладно, пробуем бетку еще раз. А, здесь под конец еще и течение сильное появляется. Я и думаю, что и управление-то как-то тяжеловато становится и так далее. Здесь течение жесткое появляется, поэтому и управляться здесь уже намного тяжелее. Но тут как бы сейчас еще и не разбиться в итоге. Здесь вроде вот так по прямой плыть, давай! Ей! Клево, хоть от первого лица поплавал чуть-чуть. Потому что во время миссии явно не от первого лица только плавать. Там только сосредотачиваться как, что, где. Ну слушай, вот сейчас я прокатился, уже есть такие шансы, что наверное. Ёб твою за ногу, ну ты посмотри. Я вот здесь вот мучаюсь больше, чем на каком-нибудь убийстве. Кого мы там убивали? Ну, тенегривов на альфе было легко убить. Вот здесь поначалу что тут у нас было. Вот, вилнозавров было легко убить. Это просто... Ой-ой-ой, какая штупость. Ну, короче, прям это непонятно. Ладно, давай попробуем... командный пройти. Я хочу скины. Не, ну командный это вообще прям изи-бризи. Ну ты посмотри, сколько времени у меня еще остается. Здесь самое главное, это прям вообще конкретно не торопиться. То есть здесь время вообще не поджимает ни капли. Командная бета. Прям... Грубо говоря, 6 минут еще осталось. И, кстати, смотрите, сколько хп. Это, как бы то ни было, тоже показатель. Я вроде бы даже там серьезно ни разу не ударился, так что прям тогда прям бам. Аккуратненько, потихонечку, не торопясь, где-то поджимал назад, чтобы она слишком далеко не это. И все, прикольно. Такое себе, ну, скинчики это хорошо, конечно, но только жаль, здесь скинчики это вот и все. То есть это явно будет не в стартовом наборе.
Еще они не отображаются как скинчики. Скинчики здесь этот отображаются. Глазик такой типа. Что-то непонятная фигня. Ладно. В любом случае, альфу-то я думаю пройду. Это, я думаю, надеюсь, не создаст проблемы сильно. Но давай попробуем альфа. Сплав по реке простой. Не, ну за 5 минут, даже за 4.50 я точно не пройду. У меня просто-напросто времени не хватит. Я прям уверен в том, что я просто упрусь во время. Потому что здесь, как вариант, нужно будет собирать... Ну, ты смотри, просто мимо пролетел. Нужно будет собирать все вот эти вот. И плюс, я уверен, что за урон здесь будет сносить намного больше хп. Ну, альфа я, по ходу дела, здесь точно не пройду. Я думаю, именно вот из-за времени мне прям сильно его не будет хватать. Ну, в любом случае, попробовать-то нужно. А там уже будет видно. Но это прям очень сильно разнится. Особенно после командной. Ты садишься сразу же за такое каное. И ты такой, ёб твою жанку, ты что ж такой быстрый-то? Вот прям вот, вот настолько реально прям разница сильно ощущается. Может, течение реки быстрее. Либо все-таки, когда в Солянова, ты гребешь намного быстрее. На нафиг. Ну да, вот, вот. Один раз у меня сразу же больше половины хп. Да. Я даже, по ходу дела, не по времени не пройду, а просто вот. То есть легонца зацепился и... Оп! А, не повезло, смотри. Но сейчас не повезет. Да. Нет, альфа я не пройду. Ну, мало того, что я так торможу. Торможусь и... Это... Пару зацепов и все. А вот скинчик надо взять, командный надо пройти. А вот в командном дают 10 минут. Ну, сами видели, я бетку прошел, сколько урона получил, да? То есть там вообще просто с легонца зацепился. И прошел за... Что там, за 7 минут, да? То есть вот командную пройти можно. В соло командную пройти легче, чем в соло... Соло. Ай. Вот такой вот парадокс арка. Ну, возможно, не с первого раза пройду. Но управляется нам помедленнее, из-за этого полегче, а еще времени дают. То есть управляется, например, на процентов на 15-20 медленнее, а вот времени дают в 2 раза больше. Ну, почти. Ну, то есть, как бы, ну, процентов на 40 больше дают. Ой, подвисло. Вот. Так что... Времени, скажем так, с запасом накидывают. Прикольно. Прикольно. Ну и дают здесь как бы не эффекты, а скины. Скины, то есть они не такие уж, типа, что вау, круто, как эффект, допустим. Отлично, уже получше. Времени еще 2 минуты. Вообще, прям перед финишем лучше не торопиться. Сильно хп потратил на зигзаги перед пятым, перед пятой точкой. Там был такой зигзаг, и я вот в, как в него входить, немножечко не справился с поворотом, с контролем поворота и врезался, поэтому много хп там потратил, половину. Но на альфа команде отнимают хп меньше, чем на просто альфе. Прям изи. Вот командная даже в соло это изи. То есть скинчики получить вообще прям фигня вопрос. Вот альфу сплав я не пройду. Это факт. Ну, даже вот сейчас здесь вот я прошел с более легким контролем, я все равно врезался. И там бы я бы уже бы отвалился. А там еще и контроль намного сложнее. Тоже стоит учитывать. Ну вот. Скинчики. Yep. И... Ну и всякий хлам. Ну и всякий хлам. Такие вот, народ, дела. Ладно. По миссиям еще осталась одна. Это с лампадогами. Осталось еще притомить
парочку Ниносов, которые с этого мода. Это Астродельфин и Ноглин. Ну и, естественно, завалить босса. Посмотреть надо вообще, что на него нужно. То есть видосики гляну и так далее. И уже будем подготавливаться к концу сезона. Как я уже сказал, у меня, возможно, будет какой-то перерыв в видосах. Энный перерыв. Но! Там будет видно. То есть я либо буду какой-то выживач проходить. Рафт, Раст, еще что-нибудь, там у меня выживачей-то немало. Либо посмотрю другие карты Рагнарока. Благо, там они без миссий и вот этого всякого говна. Не, миссии штука хорошая. То есть какие-нибудь миссии на гонке, не завязаны на убийстве босса. Просто, то есть для локалки миссии включить. Это норм тема. То есть, вот как на Генезисе втором, вот, у тебя переносится на другую локацию совершенно, то есть, ты никому никогда нигде не мешаешь. Постройкам, как на Генезисе первом, ничего не мешает. Тебя перенесли за карту, и ты там гонки с друганами, с друзьями, либо в целом на сервере устроил. Это норм тема. То есть, для серверов это прям огонь. Но, во-первых, это должно быть только по желанию. То есть, и никак не завязано на боссах. Вот в этом плане, я скажу так, да, это норм. То есть, какие-нибудь такие миссии. Но, когда миссии завязаны на том, чтобы завалить босса, ну, это такое себе. Как на Генезисе первом, это просто ад какой-то был. Вот такие вот мои мысли и размышления. Я думаю, наверное, с фьордов по... Если я пойду арк, я все-таки хочу фьорды глянуть. Мне что-то заинтересовала эта карта. Поэтому посмотрим фьорды, ну и, соответственно, потом все остальные. Там их проходить, ну, выпусков по 30 будет. Вот, то есть легко и просто. Ну, это как остров. Как остров. Ладно, хватит болтовни. На этом уже, как говорится, буду с вами прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, комментировать. Мне, конечно, делиться моим видео с своими друзьями. На этом все. Всем удачи. Всем пока. Всем счастливого добра. Всем пока.